сотрудниками полиции за что задержан? За рисунки на стенографии. Какие рисунки? Где рисовали? Рисовал на Донковцево, рисовал на Уральске. На сайт с наркотическими веществами распространил. Сайт этот что делает? Пропагандирует наркотики. Надписи в основном где наносил? Надписи наносил в подъездах, на балконах. На балконах? Со стороны улиц? Да, со стороны улиц. Каким баллончиком цвет? Черный. Сколько вам за каждую надпись платили деньги? 1200 рублей за одну надпись. А где нашли, где узнали такой способ заработка? В рекламу. В интернете? Да. Понятно. Дальше что? Дальше написал куратору. Куратора... Где писали? В Телеграме. Списывали в Телеграме? В Телеграме, да, с куратором. Он мне скинул образцы, такие же надписи на стенах. Я написал, и купил баллончик, пошел рисовать. Вы осознаете, что вы совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях, то есть пропаганда наркотических средств, и сейчас будете привлечены к административной ответственности? Да, осознаю, вину признаю. Также хотел воспользоваться случаем, извиниться перед администрацией и жителями города за свой поступок. Также хотел воспользоваться случаем, как молодому поколению хотел бы сказать, если вам кто-то будет писать и предлагать работу графичиками, то не думайте, сразу отказывайтесь, так как вы будете привлечены к ответственности.